Вот пискуненок первый раз вышел. Всем привет. Решил поделиться. Сижу, наблюдаю за голубями. Вот пискуны первые, видите, вышли. Не знают, как, куда остановиться. Где гулять можно, видите, сами по себе. Вот и гуляют все. Такая красота. Гоняю каждый день, утром и вечером. Доделал душ, наконец-то. У нас тут жара стоит, вот. Супер. Просто спасает душ. Осталось обшить. Вот, думаю, чем бы обшить, чтобы было более-менее аккуратно смотрел с участком. Наверное, что-нибудь под дерево надо сделать. Вот, решил поделиться. Смотрите, какой пискун у меня. Красавец. Вышел. Вон он стоит. Уже все ходят. Вот такой красавец вышел. Совсем скоро начнем и этих гонять. Вот выпрыгнул-то ты какой-то мелкий. Я его все время ставлю обратно, а он бежит и бежит, бежит и бежит туда-сюда. Вот твое место, пискунчик. Самый шустрый будет, а? Я его отмечу, смотрите. Самый-самый будет. Может, его плохо кормят, потому что он падает постоянно. Он тот уже вырос, а этот... Непонятно пока, что у нас тут творится, но такая обстановка. Не пойму, почему тут три яйца, конечно. Не пойму, надо смотреть, один убрать. Вот такие красавицы. Ой-ой-ой. Чего с тобой? Ладно, короткое видео, друзья.